Только представьте себе чебурек с тонким хрустящим тестом и с большим количеством начинки. Даже звучит вкусно. Если так, то заходите и будем готовить. Чебуреки получаются хрустящие, с большим количеством начинки и совсем не тяжелые для желудка. Вода должна быть примерно 45 градусов, иначе яйцо сварится. Для жарки чебуреков нужно хорошо нагреть масло. Готовность можно проверить простой сухой вермишелью. Если ее опустить в масло и на ее поверхности начинают образовываться пузырьки, масло готово. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Смешайте воду, соль, яйцо, водку и масло. Добавьте муку и замесите тесто. Положите в полиэтиленовый пакет и уберите на 30 минут в холодильник. Обжарьте на масле натертую морковь и порезанный лук в течение 5 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Добавьте нарезанную капусту, посолите и тушите под крышкой до готовности. Скатайте тесто в жгут и разделите на одинаковые кусочки. Раскатайте каждый кусочек в тонкую лепешку. Выложите на одну сторону начинку. Сложите и защипните края. Обжарьте в горячем масле, с двух сторон по 5 минут, до готовности. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Вода 1 стакан, горячая, водка 50 мл, масло растительное 400 мл, 50 мл, в тесто 50 мл, в начинку 300 мл, для обжарки, мука 3 стакана, яйцо куриное 1 штука, капуста бейла кочане 500 грамм, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, соль по вкусу, перец черный по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До новых встреч!